Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Меня зовут Веревкин Александр, и я менеджер компании Сингента по специализированным культурам. В этом году компания Сингента запустила новый проект под названием Маска Сервис. Сегодня у нас 1 апреля, и мы находимся в садах Almy Production для того, чтобы отобрать образцы для анализа. Мы закончили сбор образцов, теперь надо как можно скорее доставить их в лабораторию. Добрый день, коллеги! Меня зовут Андрей Гладков, я полевой эксперт компании Сингента в регионе Юг по специальным культурам. К нам поступил образец из хозяйства Almy Production для определения разлета и развития аскоспор. Данную операцию мы совершаем уже не в первый раз. До этого мне поступали образцы для определения зимующего запаса и количества псевдотеций на лист. Для анализа нам необходимы листья, из которых мы составляем средний образец 20 штук. Чтобы определить процент разлета аскоспор, нам необходимо размоченный лист положить под бинокуляр и просмотреть его с двух сторон, подсчитать количество пустых псевдотециев к количеству оставшихся. Для определения созревания аскоспор нам необходимо извлечь псевдотеций из листа, поместить его на предметное стекло накрыть покровным и просмотреть поле зрения микроскопа. Здесь мы видим запас инфекции парши на опавшем листе. Здесь мы видим момент начала созревания аскоспор парши. Здесь мы видим начало разлета аскоспор. После просмотра листьев мы записываем состояние псевдотеций в таблице, записываем процент разлета аскоспор. Результаты анализа мы вносим в программу CropWise. В ней формируются отчеты, которые доступны хозяйству, и в них они могут посмотреть состояние парши на текущий момент, оценить угрозу заражения. Это им помогает в принятии решений о дальнейших обработках.